приехали несколько дней назад. За это время мы успели посетить несколько мастер-классов, успели побывать на фотосессии, на красной дорожке. И за все эти дни мы успели хорошо подружиться с ребятами. У нас был чудесный мастер-класс с Башановой Каракат и Ержаном Максимом. Они нам рассказывали интересные истории, как надо выступать на сцене. И мы все задали свои интересующие вопросы. Мастер-класс өте күшті. Біз қалған балалармен достастық, тик-ток түсіреміз, бәрін бірге істейміз. Мы подружились со всеми ребятами, они очень хорошие, дружные. И в свободное время мы играем на фортепиано, поем, снимаем тиктоки, записываем истории в Инстаграм. Соперничества нету, поскольку все друг друга поддерживают, все радуются за друг друга. Климде, Жаниде, фотосессия дацу, эти кшты болды. Сегодня у нас был насыщенный день, у нас была фотосессия, красная дорожка. Было очень трудно, но мы все с этим справились. Мне очень понравилось быть на красной дорожке. Я почувствовал себе, как будто я стар. Жалпы Евровидение конкурсы ол Қазақстанда ең үлкен конкурстардың бірі, әлемдік деңгейде өтетін конкурс. Мен ең біріншіден осы конкурсты жеңіп алып, Парижде Қазақстан атын қорғағым келеді. Көп деген жаңа достар таптым, көп деген сыйлықтар алдым. Бұл конкурстан мен әнімді керемет қылып, жоғары деңгейде айтып шығып, Қазақстанның намысын қорғап, Францияда әнді айтын келеді. Ата-аналарымның, туыстарымның сеніміне сенемін, және олардың сенімін ақтаймын. Ал мына конкурста келетін болсақ, бұл конкурс деген өте керемет екен. Авторский өлеңдері де өте керемет.